Видно, что здесь убирается постоянно. Нет, да? Нет, не запущено. Это заметно, конечно. В хорошем состоянии площадка. Любом... Депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Николай Черкасов посетил рабочий поселок Фряново, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится детская площадка во дворе дома номер 2 на улице Первомайской и как содержит территорию вокруг нее. Компанию ему составили коллеги из администрации городского округа, молодогвардейцы, представители жителей и педагог Анна Андреева. Визит состоялся в рамках партийного проекта «Патруль безопасности». Он был запущен по инициативе комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи при Генеральном совете партии «Единая Россия». Особое внимание проверяющие обратили на безопасность площадки для детей. Были высказаны ряд замечаний, скажем так, эстетического плана, но что хочется отметить, особенно видно, что площадка рабочая, здесь бывает достаточно много и жителей, детей, и, в общем-то, в хорошем состоянии находится площадка, и, конечно, хочется пожелать, чтобы, с одной стороны, жители относились к этой площадке бережно, как к общедомовому имуществу, так и, с другой стороны, чтобы и управляющая компания, соответствующие службы тоже постоянно, что называется, ежедневно следили за содержанием этой площадки. Анна Приенко, Елизавета Плужникова, Щелковское телевидение.